Мы приняли резолюцию. Мы хотим, чтобы правительство Российской Федерации нас услышало. И пусть, как бы это ни было смешно, они все равно читают все письма, все резолюции. Правительство губернатора Свердловской области, чтобы узнало положение. Естественно, глава. Мы молодые люди и вообще молодежь в целом. Многие поддерживают коммунистические взгляды. И надеемся продвигать у нас в Красноуфимске коммунистическое движение уже среди молодежи.